В Нефтеюганском районе стартовал 15-й международный шахматный турнир имени Анатолия Карпова. На церемонию открытия прибыл сам гроссмейстер. Интеллектуальное состязание по традиции проходит в Пойковском, и в нем принимают участие гроссмейстеры из разных стран. В этот раз за шахматные доски сядут спортсмены из Франции, Латвии, Украины, Молдовы, Израиля, Хорватии и России. Многие из прибывших участников уже становились победителями этого турнира.